Мне кажется, люди все рождаются положительными. Вы сейчас не про Министерство обороны? Но насчет Министерства обороны. В любой стране есть примеры в разные стороны. Ну что, у нас что, Министерство обороны, министр обороны это все 140 миллионов, что ли? Люди разные есть, правильно? Люди разные, и еще раз говорю, нужно стараться в человеке искать положительное. Никто людей не делает такими от рождения, они такими становятся не потому, что жизнь иногда так складывается, что они вынуждены эти вещи делать, и это их не прощает. И иностранцы очень быстро перенимают, через год-два они становятся в этом смысле как мы. Я не считаю, что иностранцы чем-то лучше нас, и что они становятся как мы, там всяких хватает, как и у нас, одинаковые. Люди все одинаковые, вопрос в какой среде он живет. И тогда такое он и рождается.